Современная, эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании «Омск Дизель» – это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 55 54 71. Смотрите в программе «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Новому учиться в хозяйстве пригодится. В Полтавке прошел выездной семинар по новой технологии заготовки высокоэнергетических кормов. Как это скажется на продуктивности животных? Репортаж с места события. Что посеешь, то пожнешь, если только уберешь. Темпы жатвы и прогнозы специалистов. Актуальное интервью. Коль любовь да совет и нужды в доме нет, супруги Медведевы из Ачиира собираются отметить золотую свадьбу. Жители северной глубинки нашей области уверяют, что такой сложной осени не припомнят даже старожилы. А специалисты метеослужбы, порывшись в архивах, нашли, что за все 100 лет наблюдений подобное не встречалось. Впрочем, сезонов близнецов не бывает. У каждого свой почерк. И остается надеяться, что удастся убрать все, что выросло в поле. А это и кормовые культуры. Второй год в области внедряется новая технология заготовки высокоэнергетического корма. Это плющение и консервирование зерна. В Черлаксском районе ее пробовали. Хозяйство Полтавского попросило поделиться, а нынче и сами посеяли кукурузу на зерно. И созвали семинар. На него приехали не только руководители, специалисты крупных животноводческих хозяйств, но и гости издалека. Они заинтересованы в совместной работе. На Кубани, к примеру, уже выращивают новые гибриды специально для сибирского региона. Но без испытаний на омской земле ученым не обойтись. Нельзя перенести все то, что на Кубани, перенести сюда. Нужно обязательно с вашим уклоном и с вашим национальным, будем говорить, местным колоритом земледельцев. А колорит – это набор культур, которые мы выращиваем для дойного стада. Как недавно отметил президент России Владимир Путин на совещании в Ставропольском крае, молока в стране сейчас производится меньше, чем требуется. Средняя продуктивность 5800 на фуражную корову. В нашей области на 1000 литров меньше. Когда мы начинаем кормить по-настоящему сбалансированным однотипным рационом наше поголовье, сразу же виден результат. Вот поэтому наша задача уйти от сезонности, уйти от зеленого конвейера по всей области. Для этого очень многое предстоит еще сделать, потому что севера, вы знаете, они еще работают на сене, у них других кормов там, к сожалению, нет. Так что, как отметил министр, потенциал серьезный. И есть у кого перенимать опыт сбалансированного рациона. Результат сразу же показал себя в первый год. То есть энергия в корме намного выше, чем если бы мы работали по старой технологии. Продуктивность выросла. Продуктивность выросла, конечно. И за счет заготовки таких кормов. Этот выездной семинар проводился на полях самого молодого хозяйства Полтавского района. Около 3 лет назад инвесторы выкупили местное перерабатывающее предприятие, которое работало ни шалка, ни валка, но давно нуждалось в серьезной реконструкции. Повезло и с приобретением земли, и животноводческой фермы колхоза, который стоял на грани банкротства. Для переработчиков и производства молока, и выращивания кормовых – дело новое, но они стараются. Мы делаем первые, не всегда робкие, но все же первые шаги, как в растениеводстве, так и в животноводстве. Поэтому мы открыты для критики. Мы очень хотели бы получить от более опытных, старших товарищей советы, конструктивную критику. Поэтому, пожалуйста, не скупитесь на комментарии. Для нас это будет все очень важно. То есть для нас это будет определенная зона роста. Опыт выращивания кукурузы на зерно в этом подразделении предприятия еще небольшой. Но установку для себя взяли правильную – семена, технология возделывания, уборка и хранение. И в этой цепочке большую роль играет современная производительная техника. Для нашей зоны рискованного земледелия важно уложиться в оптимальные сроки, отпущенные природой.
Техники сейчас много и разной. Машины компании «Омск-Дизель», официального дилера фирмы «Класс» в регионе, обеспечивает всю технологическую цепочку выращивания кукурузы на зерно, плющения и консервирования. Универсальный телескопический погрузчик «Скорпион» настолько вошел в жизнедеятельность сельскохозяйственных предприятий, что без него уже не мыслят эффективной работы на разных участках производства. Это уборка кормов, закладка силоса, загрузка и разгрузка тюков и многое другое. Особо дальновидные хозяйственники имеют уже по 2-3 машины, а в этом году компания «Класс» порадовала селян новым модельным рядом. Машина сохранила свою концепцию, сохранила надежность, сохранила качество, немножко преобразилась внешне. Данные машины стали немного мощнее. В этом году появились и 6-метровые машины, и 7-метровые, и впервые в линейке «Класс» появились машины с высотой погрузки 10 метров. Если применение любой другой сельскохозяйственной техники имеет сезонный характер, к примеру, сеялки или кормоуборочного комбайна, то телескопический погрузчик «Скорпион» фирмы «Класс» всесезонный. Он работает круглый год, круглосуточно, круглогодично. И не устает. И не устает. На выездной семинар была приглашена Терхи Корте. В Финляндии она возглавляет предприятие по производству техники по плющению зерна. Ja kone kehitettiin meidän tilan omaan käyttöön. Эти плющилки были созданы в 1969 году в Финляндии, в Северной Финляндии, в городе Ylivieska. Сначала они были предназначены для нашего собственного хозяйства. Pohjois-Suomessa olosuhteet viljellä oli vaikeat ja tarvittiin systeemi, jolla tilat sai satovakuutuksen ja varmempaa toimeentuloa. В северной части Финляндии было очень сложно выращивать зерновые, и поэтому вот эта плющилка послужила своего рода спасением и гарантией того, что урожай будет убран. Ja tämä omalle tilalle tehty mylly oli niin hyvä menestys, että sen halusi sitten ostaa naapurit ja heidän naapurit ja heidän naapurit. Ja 80-luvulla aloitettiin Englanti ja Ruotsi jo vientikauppaa. И плющилка получилась настолько хорошей, что ее захотели покупать соседи и соседи соседей. А в 80-х годах мы начали ее уже импортировать. При уборке влажность зерна должна быть 40-45%. Необходимо вносить точное количество консервантов. В этом хозяйстве смесь хранят вот в таких рукавах. Надежно и дешевле, чем строить ангары. Наш рацион состоит из нескольких компонентов. Это сенаж, это силос, это концентраты, комбикорм, это плющенное зерно кукурузы. Это отдельная история. Очень нравится нам этот корм. Очень интересный. Также мы добавляем шрот рапсовый, соевый. Продуктивность буренок выросла, а у руководства появилась идея завести в хозяйство скот породы джерси. И жир и белок у таких коров выше, что сказывается на качестве сыров, которые производят здесь. В Полтавке филиал городского предприятия, известного своей знаменитой амичкой. В проекте строительство животноводческих ферм, которые полностью обеспечат оба подразделения своим сырьем. Сейчас она составляет лишь десятую часть от той, что здесь перерабатывает. Перспективным направлением является и углубленная переработка сыворотки. Она пойдет на детское питание и выпуск продукции для спортсменов. Предприятие выросло и в размерах, построен новый цех и в оборудовании. Сейчас здесь трудится 283 человека. Среднемесячная заработная плата 27 тысяч рублей. С развитием животноводческой отрасли штат увеличится, как и отчисление в районный бюджет, который большую часть средств направляет на развитие социальной сферы Полтавского района. С 16 октября по народному календарю день особенный. Наши предки считали, что лучшего времени для оберега своего дома не найти. Развешивали у окон и у входа связки лука и чеснока с глаза. А нам впору загадывать, чтобы дожди не помешали завершить нынешнюю трудную жатву. Какая обстановка сегодня на полях?
каковы предварительные итоги работы животноводов? На эти и другие вопросы мы попросили ответить заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Драфу. Уже к завершению подходит наша уборочная среда, и погода нас периодически все равно держит в таких вот жестких, будем говорить, рамках, когда мы не можем буквально расслабиться. Но уборка завершается. Сегодня мы говорим о том, что мы можем легко намолотить 3 миллиона тонн зерна, что урожайность наша будет в пределах 17, может быть и более. Сегодня завершается, значит, уже заготовка кормовых культур. Сегодня грубые корма заготовлены в полном объеме, значит, более 117% от плана. Если мы говорим о сочных кормах, о сенаже, то сенаж заготовлен тоже уже близко к 120% обеспеченности. И сегодня завершается уборка силосных культур, потому что впереди не заканчивается страда, потому что страда заканчивается только в поле, а в сельском хозяйстве продолжается дальше животноводство, потому что это та же битва за молоко, за привесы, за приплод. Поэтому сегодня в аграрном, будем говорить, секторе не заканчивается вот одним рубежом. Он плавно переходит в другой. И сегодня наши животноводы уже приступили к постановке скот на зимний период, и уже практически весь скот стоит. Переходят на кормление круглогодичное. Тот тех запасов кормов, которые в этом году заготовили, их у нас вполне достаточно, чтобы правильно составить рацион, потому что генетический потенциал животных у нас сегодня позволяет доить и 5, и 6 тысяч. У нас есть хозяйства, которые перешагнули 7-тысячный рубеж, и есть подразделения, которые 9 тысяч доят, да. Сегодня главное накормить животных. Поэтому сегодня задача растениеводов – это заготовить правильный качественный корм, что сегодня вот в течение всего летнего периода мы и делаем. Ну и правильно составить рационы для того, чтобы получить максимально хорошую продукцию. Год заканчиваем мы, значит, с приростом по отношению к прошлому году. Ну, пока мисть говорить рано о тех цифрах, на которые мы выйдем. Но то, что будет прирост молока и где-то в пределах, наверное, 4700-4800 на фуражную корову мы в этом году должны выйти. Поголовье не уменьшилось? Поголовье, ну вот циклы такие бывают, что снижается, да, но за счет личного подсобного хозяйства, потому что осень такая пора, когда наши селяне, значит, пользуясь тем, что нужно, значит, подготавливать детей в школу, где какие-то еще мероприятия, постановка на, значит, зимнее стойлище, и не совсем хватает мест, где-то сбрасывают поголовье. Но в целом поголовье по области сохранилось в том объеме, в котором оно было в прошлом году. Какая поддержка в этом году животноводству была оказана? Ну, в этом году, значит, поддержка, если мы говорим, то по разным направлениям. Это поддержка и по молоку, это поддержка и по племенной работе, это поддержка и по мясу. И самое главное, сегодня второй год, это поддержка у нас на техническое перевожение, на кормозаготовительную технику и кормоприготовление. Потому что кормление – это вот основа. Хотя мы говорим, что животноводство – это там 3К, да, значит, и комфорт, и кадры, и само животное генетические, ну и корма. Но сегодня задача стоит номер один – это заготовить качественные корма. Для этого вот и программа технического перевожения второй год работает, значит, из бюджета только Омской области. Поэтому благодаря поддержке правительства Омской области, Министерства сельского хозяйства, наши селяне могут в этом году перевооружаться и приобретать новые высокоэнергетические машины. В 1720 году на правом берегу Иртыша, южнее Омской крепости, был основан форпост Ачиирский. Больше века это было пограничное укрепление, защищавшее рубежи России от набегов кочевников. Гарнизон состоял из сибирских казаков, солдатской и драгунской команд. В 1782 году в казачьей станице уже было 32 двора. В них проживало 95 мужчин и 96 женщин. А на окраинах форпоста стали селиться ссыльные крестьяне. Их к тому времени было 519 человек. В 19 веке потомки ссыльных крестьян были зачислены в ряды сибирского казачества. В 1916 году в Ачиире был возведен однопрестольный православный храм в честь святого Николая. Казаки пахали землю, разводили скот, занимались рыболовством. В 20-м году станица получила статус села, а до 1929 года Ачиир был даже районным центром, затем вошел в состав Омского района. До перестройки здесь был совхоз Первомайский. Сегодня в селе проживает 2213 человек. Разводят на подворьях крупнорогатый скот, птицу.
от 12-го канала до Ачиира 65 километров. На краю деревни у Леонида Васильевича Медведева демонстрационное поле. Небольшой участок, заросший бурьяном. Специально выбрал, чтобы показать, как работает его тяжелый рыхлитель. Так орудие обозвали в столице, выдав патент на полезную модель за номером 164-743. И даже внесли в государственный реестр. Сам изобретатель от внешнего вида своего питомца не в восторге. Мол, задумка хорошая, а воплощение подкачало. Конструкция из того материала, что подвернулся ему под руку. Раму я сам сварил. Вот эти вот мне отковали, там нашел кузницу. Я очень им благодарен, что они мне помогли. Просто за небольшую сумму. Там загибали цены такие, что... По 1000 рублей за палец, говорит, а вон их сколько. Устройство не весь какое сложное, говорит Медведев, а поломать голову над ним пришлось. За чертежами не один месяц просидел. А началось все с идеи. Идея-то пришла. Учил когда-то я в школе историю. И вот там есть раннее земледелие. Вы даже не поверите. Где-то женщины нашли дерево, сучковатое. Запряглись и вот этим вот обрабатывали землю. И вот когда фермерствовал-то, я и задумался с меньшими затратами. Вот крутился, вертелся, вот такую вот штучку я придумал. В раннем земледелии, видно, и корягой можно было вспахать небольшой участок. А это орудие, по словам Медведева, пригодилось бы фермерам. Но опытный образец нужен чуть больше миллиона. Есть исполнители, а денег нет, и спонсоры не находятся. Серьезные сельхозмашиностроители идею отвергают. Назад в пампасы как-то не хочется, говорят. Есть современные, высокоэффективные глубокорыхлители, завоевавшие международное признание. Походил под чиновничьим кабинетом Леонид Медведев и, кажется, смирился. А так хотелось удивить супругу Галину Владимировну, чтобы гордилась мужем-изобретателем. 7 ноября у них юбилей, 50 лет вместе, золотая свадьба. Отметят, говорит Галина, вдвоем. Купят путевки и отправятся в свадебное путешествие, которое не было полвека назад. Когда поженились, купили домик в привокзальном поселке, думали об одном – как троих детей поднять. И свиней держали, и коз держали, и уток, и гусей, и курей – все держали, даже в городе. А коз держали, у меня дочь родилась очень слабенькая. И врачи сказали, надо козье молоко. А где ты его возьмешь? Мы купили коз и пасли с ней, коляску пошли там около линии, попасли, как говорится, пригнали. Вот пришлось собрать из-за нее коз. В 90-х, рассказывает Галина, засобирался муж на родину, в Полтавский район. Идея стать фермером не давала ему покоя. Приобрел 20 гектаров земли. Лет 5 промучился, шишек набил, но вывод для себя сделал. На клочке земли не разбогатеешь. Надо искать варианты. Я когда фермерствовать пошел, прошелся по рынкам, гусятины нету. А почему бы гусятины не выращивать? Вот. И уже в 94-м году я с женой поговорил, говорю, Галь, надо хоть технологии отработать. Мало ли чего, может быть, все повезет нам. Вот. Мы взяли 368 штучек. Гусят? Да, суточных. Ага. Это детки. Вот вы знаете, степь кругом, там 6 дворов было в то время, жило в деревне, вот, моих земляков. И вот эти вот 350 штук. А какая деревня? Светиловка. Когда пошла осень, когда вот это вот белое стадо пошло. Красота. Красота. И там чиновники начали считать наши доходы. Но сначала котлован наши гуси загадили. Хотя я посмотрел, они зайдут, попьют водички. Даже не купались. И удобрять. И пошли, вот легли или сели там на травку, сидят, отдыхают. Проголодались, пошли снова пастись.
Потом, значит, колодец давайте надо закрывать. Понимаете, там нас давили, вот, видят, что мужи, люди приехали, это работящие. Вот. А когда потом посчитали, а сколько ж мы прибыли получили. По тем временам 6 миллионов насчитали. А у вас вот. Вышло? А? А у вас сколько вышло? Ну так и вышло. Ну, считать-то умеют. Первая не выдержала Галина, уехала из Светиловки. В Эчере сын присмотрел для них неказистый домишко. Зато по деньгам и, главное, на берегу Иртыша, о чем всегда мечтала Галина. Мы построили сарай, чтобы зарабатывать деньги. Вот. В первую очередь. Потом построили летнюю кухню вот эту. На сарае все было. И коровы, и бараны, и свиньи, и куры, и гуси, и утки. Все. И кроликов очень много держали. Все было. Все. Раньше и нутри держали, и хонориков держали. Мы все держали. Чтобы мы спокойно не жили никогда. Ни одного дня. Все 50 лет все в заботах и в хлопотах. Долгое время всей семьей ютились в кухне, пока не начали строить дом на месте избушки. Фундамент заложили 8 лет назад, стены возвели, а до второго этажа пока руки не дошли, средств не хватает. Но Леонид по жизни философ. Все в жизни происходит в строгой последовательности, говорит. Не успеют старики при жизни, дети продолжат. Живут в доме шестером. Дочь с зятем, двое внуков, самая маленькая Лера, в первый класс пошла. Дедушка 5 раз в неделю возит ее в город в школу Олимпийского резерва на художественную гимнастику. Так что на изобретательство у главы семейства времени не остается. Супруга к его увлечениям относится спокойно. Хочется человеку, как говорится, заниматься. Пусть занимается. Больше вот так я отношусь. Подожди, а когда он успевает? Тут же подворье большое. А там в основном сейчас занимаются дети. Угу. На подворье. На подворье в основном дети. Он вспомогательный, я вспомогательный. Мы уже теперь вспомогательные как элементы. А так в основном дочь и зять. Угу. Уже и внук. Внуку 14. Уже и внук очень много помогает и хорошо помогает. Вообще мальчик хороший. Как и положено в работящей семье, двое сыновей и дочь тоже не белоручками росли. У родителей был правильный метод воспитания. Когда у меня вот старший сын пошел в техникум, ему было 16 лет, и мы ему пообещали магнитофон тогда. Вот, понимаете, ему сейчас 49 вот будет завтра, 49 лет будет. И мы ему пообещали магнитофон. И он в техникуме подрался с мальчишкой. И как раз что-то поехали магнитофон покупать. И мы не нашли, приехали, а тут раз, и он подрался. Потом мы что-то пошли, раньше же очереди везде были. И дорожки выбросили ковровые, такие толстые, натуральные. Я взяла на эти деньги, купила дорожки. Так он до сих пор помнит, как что, говорит, мам, это мой магнитофон. Зато урок на всю жизнь – не драться, не огорчать родителей. Но 50 лет быстро пролетели. Очень даже, как вчера. Не успела идти. Как вчера, вам правда говорю, как вчера. Леонид считает, что супруга ему здорово повезло. И мать хорошая, и хозяюшка. Летом на огороде у нее чего только нет. Ягоды, овощи. Все зимние заготовки в доме свои. Соленья, варенье. И даже мясные полуфабрикаты. По образованию Галина – технолог мясомолочной продукции. Ее домашние колбаски вся семья обожает. Они так аппетитно выглядят, что мы попросили Галину поделиться рецептом с нашими телезрителями. Это вот домашняя свиная колбаска с жирком, как говорится, и с мяском. Это субпродуктовая колбаска. Вот субпродуктовая готовится колбаска. Здесь сердечки, печенка куриная, гусиная. Как сказать, сердечки, печенка. В общем, все остатки мяса, которые идут в эту субпродуктовую колбасу. И также жирок сюда идет. Так, что вы с ним делаете, с этим мяском сначала? Это мы пропускаем через мясорубку его.
Вот это вот все сырым. Добавляете что? Добавляю чесночок туда, перчику, чуть-чуть перчику и приправку какую-нибудь. Да. Отвариваю, а потом обжариваю. Жарим. Можно в духовке, можно на жиру. Итак, печень, сердечки, мясо, сало пропускаем через мясорубку. Нужно добавить соль, перец, приправу по вкусу, лучше травяную. Дать этой массе настояться, потом готовить колбаски. Можно просто плотно завернуть фольгу в виде колбаски и зажарить в духовке. Для свиной колбасы мясо и сало режется маленькими кусочками. Добавляется соль, перец, приправа. Все, как в предыдущем рецепте. И Галина знает великое множество. Самый несложный – куриный рулет. Рулеты куриные делаю. Курицу у нас свои куры в этом году 50 штук брали. Но последние 10 зарубила. Это, рулеты делаю куриные. Тоже вот курицу обваливаю. Делаю такой пласт куриный. Тоже солю, перчу чесночком. Вот так вот этот пласт положила пока. Полежит немножко, там минут 20. Потом я его закручиваю. У меня шпагат есть, А что внутрь? Можно хоть что. Хоть морковку я, бывает, добавляю, хоть яйцо, хоть что, хоть грибы добавляете, хоть что можно. И тоже так завернуть? Завернуть, и очень, вот это вот очень вкусно. Гостей на юбилей, по словам Галины, все-таки пригласят. Но не сейчас, а в мае будущего года. Для них эта дата особенная. Познакомились весной и прошли рука об руку 50 лет. Счастливых лет, которые пролетели так быстро. Спонсор показа – компания «Омск Дизель».